Всем привет! Сегодня я хотел бы сделать обзор вот такого брелка в виде разводного ключа. Данный брелок куплен в магазине Banggood. Сделан он, скорее всего, из силуминия, то есть полупластик, полуметалл. Через цепочку одет на кольцо. Итак, внешне на сайте данный ключик выглядел более добротно. Я даже думал, что с него получится полноценный разводной ключик для миниатюрных гаек. Но когда он пришел, я увидел, что его качество все-таки оставляет желать лучшего. Дело в том, что вот эти вот две части недостаточно близко друг к другу расположены. Соответственно, может верхняя часть, которая перемещается, проскакивать мимо зубчатого колесика. Ну, в принципе, механизм работает. Разводной ключ можно делать больше-меньше, если аккуратно зажимать. То может быть даже получится использовать его по назначению, кроме декоративной функции. Колечко довольно-таки добротное, можно прицепить много ключей на него. И за эти деньги брелочек очень даже симпатичный. Спасибо за внимание. До скорых встреч!